утро на Енисее. Ну, нужно развеселить человека там. Или утро должно быть хорошее. Съесть мороженого, пончиков, там, выпить коктейль. Есть побольше сладостей. Не знаю. Музыка. Музыка. Просто слушайте музыку, которая вам нравится. Посещайте те места, которые вас вдохновляют. И встречайтесь с людьми, которые дарят вам энергию. Сходить на дискотеку. Вот. Сходить в кино. Все же закрыто. Ну, туда можно посмотреть дома. Больше любить, больше отдавать. Хочешь быть счастливым – будь им. Утром встаешь, отводишь себе на депрессию ровно 5 минут и вперед. Зарядка, бассейн и покрутить обруч девушкам. Встретиться с друзьями. Прогуляться по проспекту Мира, и оно явно улучшится. Обращать внимание на хорошие поступки людей. Купить шапки какие-нибудь прикольные. А какие, например? Ну, не знаю, с ушами там, например. Не знаю, хорошо покушать с кем-нибудь. Ценить мелочи. Гулять, пить вкусные напитки и проводить время с друзьями. Если человек сам не хочет улучшить свое настроение, никто не поможет ему это сделать. Да, оно должно быть всегда прекрасным, только сам человек может. Он просто думает, я буду грустить или радоваться. Все, убирает мысль грустить, включает мысль радоваться. Все дела я делаю лично так и всем советую. Настроение улучшить, просто питайтесь правильно, выходите гулять, солнечная погода, прекрасные люди, посмотрите, какие все красивые. Гуляйте больше на солнце. Можно рассказать ему анекдот? Смешной. А есть анекдоты? Ну да, есть. Расскажи, пожалуйста. Почему они расстались? Он весы, она дева. Дева поправилась, весы сломались.